Насколько тяжело, легко далась сегодняшняя победа? Ну, легко точно не могу сказать. Тяжело, все тяжело. Работаем. Как-то так. Какие соревнования были в последнее время еще значимые для вас, в которых вы участвовали и заняли какие-то места? Первенство Белоруссии было в ноябре прошлого года. Я занял второе место. Поднял 96-116. По ощущениям, которые были важнее, Беларуси или первенство России, которым больше готовились, и, может быть, которые важнее для вас были? Наверное, больше готовились к первенству России. Был сбор перед Россией. Хочу поблагодарить Алана Руслановича, старшего тренера сборной России. Как-то так. Подготовились, приехали, выступили, победили. Один сбор, 21 день. И какая обстановка обычно на сборах? Хорошие тренировки, отдых. Питание, все хорошо. А кроме тяжелой атлетики, чем занимаешься? Ничем.
Учусь, тяжелая атлетика и все. А на учебу времени хватает? Да, хватает. В 8 классе хватает. А как видите свое будущее? Не знаю. Также тяжелый атлет. То есть спортивная карьера, именно профессиональная? Да.